Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 6. Могут ли две окружности одинакового радиуса иметь только две общие точки? Да, это возможно. И вот пример такого пересечения. Могут ли две окружности иметь только одну общую точку? Да. И вот пример данного пересечения. Вот точка общая двух одинаковых окружностей. И третье. Не иметь общих точек. Да, конечно, это быть может. Свои рассуждения мы подтвердили при помощи чертежей. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.